школу. Ну еще, короче, мальчики сражаются друг с другом за мяч, чтобы забить гол. И у кого больше голов, тот выиграл. И тут надо бороться за кубок. Ну еще тут надо играть в футбол и забивать голы. И тут, как я уже давно сказал, все сражаются друг с другом. И тут есть вратарь, который защищает ворота. И тут есть, ну, специальная вода в бутылочку, таких спортивных, и из них пить там, стоп устанавливать. И тут есть судья, и тут нельзя играть руками, только ногами, и нужно вот такой фоник. Сейчас как я. Еще вот такие надо бутсы и такие защитные штуки. Есть игра 3 на 3 и 3 на 3 без вратарей. А если и родители смотрят, как ты играешь.